Экспедицию для талантливых детей организует сеть информационных центров по атомной энергии госкорпорации «Росатом». Светлана – волонтер центра, и она в числе 70 ребят со всей страны сможет реализовать на Северном полюсе уникальный арт-проект, рассказывающий о научных открытиях, и пройти большой обучающий курс. Участники поделятся историями о своих путешествиях и разных необычных событиях. Отправится в путешествие Светлана с флагом Владимирской области. Его школьнице передал глава региона. Рейс пройдет с 8 по 17 июля на одном из самых больших ледоколов в мире «50 лет Победы» по маршруту Мурманск-Северный полюс, земля Франца Иосифа, Мурманск. Задача путешествия – формирование комфортной среды для всех, кто ищет научную информацию и готов ею делиться.